Приветствую подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено проекту BitLimo, где мы абсолютно без вложений зарабатываем криптомонету Bitcoin Cash. Значит, хочу довести до вашего сведения, что здесь стартовал что-то вроде конкурса. Это касается больше YouTube-блогеров, которые занимаются видео. Можно заработать на видео монету Bitcoin Cash. Значит, нажимаем «Зарабатывать», друзья. Переходим вот в первая вкладочка. Нажимаем на нее. И нам здесь пишут, что они нам предлагают. Сделай видео и получи. Так, это выходит на 100 тысяч Bitcoin Cash. Так, стань победителем и получи 0.2024 Bitcoin Cash сегодня, выполняя видео на YouTube. Это легко, если вы хотите снимать. И требования. Видео должно быть хорошим качеством, не менее 5 минут. Объясните, как работает BitLimo и как вы делаете депозит и снимаете. Объясните, как вы смотрите рекламу. Объясните, что Dogecoin ADS открылся под именем xcoinup.com. Ну и после этого вот сюда отправляем ссылочку на видео и нажимаем «Отчет». Ну, давайте я вернусь. Хочу попытаться, как, так сказать, счастье. И, возможно, мне повезет и дадут монет. Значит, ну, я депозит делать не буду и денежку в данный момент выводить. Просто покажу, что сделано у меня и то, что я выводила. Давайте начнем с Dogecoin ADS. Значит, это вот Dogecoin ADS. У меня на YouTube есть видео. Было, но оно и сейчас есть. Я уже подавней как-то, друзья, делала. Значит, этот сайт, он переехал на новый домен. Теперь сейчас вместо Dogecoin ADS он называется xcoinup.com. Кто здесь зарегистрирован, новую регистрацию делать не надо. Вы заходите, вводите свой юзернейм и пароль и заходите, преспокойненько работаете. Вот. Так что работает все замечательно. Просто переехал. Возвращаемся. Теперь давайте будем выполнять требования. Я делала депозит. Нажимаю вкладочку. Депозит. Сейчас покажу, что у меня сделан депозит. Так. А историю? Где мне посмотреть историю? Нет, друзья. Нет, нет, нет. Так, вывод. Депозит, перевод, вывод средств. Почему-то здесь история должна быть. История. Выбивает меня из кабинета вот из-за этого сайта. Сейчас я зайду опять. Боюсь, что видео, друзья, затянется. Так, вывод. История. Вот я выводила 11 числа. Вот эту вот сумму. То, что платит он, этот букс, он платит, друзья, инстантом. У меня есть видео об этом. Вот оно. Вот, без вложений букс BitLimo зарабатывает Bitcoin Cash, платит инстантом. И вот 11 февраля перевод выполнен. $82 я получила инстантом, мгновенно. Все замечательно. Здесь нет депозита. Значит, ну да ладно тогда. Так, у меня сделан апгрейд. Видите, у меня зелененьким горит. И я, как бы вот у меня
еще 16 дней. Заканчивается 7.03, вот истекает мой медиум-партнер. Я делала апгрейд. Нет. Он недорогой. Сколько я там, $3 с копейками заплатила. Монетка она дешевая. Мы вот как можно на стандартном зарабатывать фри, без вложений. Далее есть джуниор-партнер. Вот. И вот у меня медиум-партнер. Вот у меня сейчас ежедневно я просматриваю вот такую сумму на кошлинках. Вот. И вот цвет у меня зеленый. Ну и все замечательно. Теперь как здесь зарабатывать? Смотрим рекламку. Страничка загружается. Здесь вся рекламка по 10 секунд. Нажимаем, нас перебрасывает на страничку. Нажимаем на зеленую вкладочку. Перебрасывает нас на рекламную страничку. Вот здесь идет отсчет времени, таймер. Возвращаемся. Разгадываем легкую капчу. Граш — это график. Нажимаем отправить. И нам как бы зачет. Закрываем страничку. Возвращаемся. Вот таким вот образом просматриваем всю рекламку. Также есть обмен трафика. И обмен трафика также просматриваю. Старт серфинг. Загружается страничка. А что-то меня выбило. Да что ты, обмен трафика. Так, сейчас загрузится. Не дает мне обмен трафика. И выбивает на главную страничку. Ну да ладно, вот. Обмен трафика, баланс. Далее комиссионный баланс. Пуршас баланс, это рекламный. И майн баланс. Я пока выводить не хочу. Вот. Так что здесь рекламировать ПТС, обмен трафика, рекламку. Далее рефералы. Прямой арендованный. Здесь находятся баннеры и реферальная ссылочка также. Вот. И вот баннеры. Далее деньги. Депозит, перевод можно делать. Так, с майн баланса на пуршас баланс. Далее комиссионный на майн баланс и пуршас баланс. Сюда вводим сумму, нажимаем переводить, перевод, и переводятся денежные средства. Вывод здесь очень маленький. И платежная система, что у нас? Payeer и Bitcoin Cash. Ну, у меня Payeer. Я в настройках его прописывала. Так, минимум 85 сатошинок. Максимум 1 биткоин кэш и 3,5% берет. У меня прописано уже в настройках кошелек. Не забываем прописывать сюда сумму, сюда пин-код, который указывали при регистрации. Нажимаем вывод. Так, подарочные карты, логи. Подарочные карты, это что у нас тут? Нет подарочных карт. Ну, в принципе, и все. Люди, статистика. Вот такой вот букс, надеюсь, моя информация была вам полезна. И я как бы получу бонусные, дадут мне монеты. Ну, не дадут, значит, не дадут. Вот. Так как я в режиме онлайн не делала ни депозит и ни вывод.
Я так записала видео. А истории, вот плохо, что нету истории по депозиту. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Здесь есть, друзья, мини-чат. Здесь и суппорт, и админ присутствуют, как бы, да? Вот. И отвечают на вопросы. До новых встреч!